Итоги минувшего отопительного сезона подвели на заседании правительства. На подготовку к нему было потрачено 370 миллионов рублей. На эти средства отремонтировали 490 котлов и 856 единиц вспомогательного оборудования. Заменены 33 километра тепловых сетей. В ряде населенных пунктов проведена модернизация котельных. В текущем году на аналогичные мероприятия направят 350 миллионов рублей. Стоит отметить, что паспорта готовности к отоп-сезону в минувшую зиму получили чуть больше половины муниципалитетов области. Статистика лучше, чем в 2017-м, но тем не менее ряд муниципалитетов из года в год не могут пройти проверку Ростехнадзора. Основными нарушениями, отраженными в актах проверки, являются отсутствие организации коммерческого учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения, наличие у потребителей неурегулированной задолженности за тепловую энергию, несвоевременное выполнение предписаний надзорных органов, выданных в ходе ранее проведенных проверок. Работу, проведенную муниципальными образованиями по устранению выявленных нарушений, к сожалению, нельзя назвать удовлетворительной. Только три муниципальных образования – это Луговское сельское поселение Кинешемского района, Пестяковский и Фурманский муниципальные районы – подтвердили свою готовность, устранив замечания надзорного органа.